Экспозиция «Боевой карандаш» Сургутский краеведческий музей начал цикл мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. В течение всего года сургутяне смогут увидеть еще несколько спецпроектов, приуроченных к памятной дате. В начале апреля в Центре патриотического наследия откроется экспозиция «Боевые подруги». На ней посетители смогут окунуться в атмосферу войны и узнать, как жили и воевали женщины. А в музейном центре начнет работу выставка «Салют Победы». Закончит юбилейный год совместный проект краеведческого музея и киностудии «Мосфильм». В течение всего года, начиная с апреля месяца, один раз в месяц мы будем, у нас в нашем музее будет работать воскресный кинозал, где мы будем представлять художественные фильмы из фондов музея, из фондов киностудии «Мосфильм». Эти фильмы были созданы в период 41-44 года, когда фактически «Мосфильм» находился в эвакуации в Алма-Ате.